У меня, наверное, одно название называется «Эзотерики плачут». А, друзья мои, те, кто занимается эзотерикой, те, кто практикует, те, кто работает с людьми, и у кого плохо получается зарабатывать, потому что очень мало практик, практики, может быть, не очень рабочие, или, так скажем, очень дешевые или бюджетные, не будем никого обижать, я приглашаю на интервью, мы пообщаемся на эту тему, все это безоплатно. У меня есть много интересного, что вам рассказать и предложить. Взамен, естественно, обсудим вашу тему, вашу историю и почему так, почему вы еще не привлекли огромное количество людей, почему вы не стали интересны для огромного количества ваших клиентов и пациентов. Пишите «хочу» на интервью и пишите в комментариях, пишите по ссылке в шапке профиля, пишите в личку, куда хотите, пишите «хочу» на интервью. Я с вами встречусь по видеосвязи, и мы все это дело обсудим. Я помогу вам, вы расскажете мне, что и как не получается. Может быть, что-то от вас я возьму тоже для себя. Как всегда, душевно пообщаемся. Я думаю, что нам обоим будет это полезно.